Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я нахожусь около магазина автосалона, скажем так, и сервиса Daihatsu. Вот он новый здесь построенный. Там стоят машины на продаже. Так далее. Выставочные образцы вот на там и салон у них. Вот, и вот здесь, в принципе, могу показать немного. Там звук не слышно, нет? Вот, значит, вот такое вот здание. Это открытие недавно было, вот у них тут стоят эти, ну, примеры, скажем так, выставочные. И парковка для клиентов. Сейчас я немного пойду, покажу вам это там, сервис. Oh yeah, Miro da kids. So, ano atrashi biro deskarasi, chto mutirades. Hai. Kono sabi so hajimete mitema. Ah. So. Koi fi. Ah. Omoshiroi. Kekko kirei desu. Hai. Dekita bakkari desu. Ah, hai. Arigatou. Вот какой-то. Ну, такое вот место диагностики и ремонта автомобилей. Подъемник такой вот в пол вмонтированный. АБС-метр, это для того, чтобы определять торможение. То есть полностью все торможение и вибрацию, и, скажем так, износ.
вот такой вот магазинчик. Так, автосалон, и при нем сразу сервис идет. Вот. Все открыто, все свободно, как бы. Есть, конечно, очень не так много, скажем так, таких открытых салонов, в которых все открыто и можно посмотреть. В основном это все закрытая территория, туда просто так не зайдешь. Вот. Демору. Типа Дайхатсу Молл. Торговый центр, как бы, и название Цукишима, вот. Цукишима, вот. Малолитражки такие вот продаются. Вот разные модельки у них. Кстати, вот неплохая машина она. Но она что-то, ну, как бы, дороговато, конечно, вот. 2 миллиона иен за новую. Можно было сделать, конечно, и подешевле. Не знаю, за что тут такие деньги. Причем объем там... Ну, то есть до 600 кубов идет объем. Что желтые номера, это до 600 кубов. Вот кто-то предел. Блин, похоже на Prius, а значок Daihatsu стоит. Ха-ха. Блин, и сзади тоже похоже очень. В общем, скопернули Prius. Вот, стекла даже и то тойотовские стоят. Видел тот пиво. Скопировали, короче, Мебиус. Мебиус, ну, скопировали Prius, в общем. Или просто значки на него распечатали, я не знаю. Приделали, приклеили. В общем. Внутри там вон Daihatsu написано. Прикольно. Вот так вот. Вот такой вот салон. Ну, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. А мы с вами увидимся в новых видео. До связи.